Должна была делать в 6 утра зарядку на пирсе. Пирс уже с утра занят, я проспала, какая там зарядка. А тебе как спалось? Маш, я, как тебе сказать, по крайней мере, в 1000 раз лучше, чем когда я в машине спал. А по храпу неплохо было. Ну, кто не знает. Я спал нормально, но, могу сказать одно, бывало и лучше. А что побывал ты? А я хрен не знает, я не помню. Я даже не помню, что мне снилось. Знаешь, бывают такие сны, вот тебе вроде казалось, ты помнишь, ты проснулся и не помнишь. Я даже не помню, что было, да? Я знаю одно, что Кишка периодически ко мне прижимался, там, копал место себе и все. В теории это было основание... Вот такое же, считай. Корпуса жилого. Жилого корпуса, гостиницы. Вот, на пристройке это было запущено все. Конечно. Угу. Ну вот, что, скажем так, вот здесь, возможно, было что-то похожее вот на это. Они здесь размахнулись, но не достроили, все заглохло. Здесь некогда был пансионат заброшенный. Сейчас тут много красивых граффити, развалин. Но ходить нужно аккуратно, потому что очень много штырей, на которых такому слепому человеку, как я, можно напороться. Как сказал папа, идти за ним. Step by step. Умереть я не готова. Здесь аккуратно. Я еще в шлепках, конечно же. Вот так это все выглядит. Ух ты! Представь, это вот какой-то большой холм. Возможно. А возможно и нет. Место достаточно живописное. Если кто-то любит руины, разрушенные здания. Но, блин, можно пофантазировать. Представить, что здесь когда-то предполагалось, что здесь могло быть, или что здесь, возможно, в теории будет. Единственный минус, что такие места часто используют как общественный туалет. Вот. Я сейчас красиво позировала, скорее всего, в общественном туалете. Ну да ладно, опустим этот момент, посмотрим, что там есть дальше. Пытаюсь удержать неугомонную собаку, чтобы она не убежала. Короче, путешествовать с отцами — это писец. Геннадий! Я тебе сейчас... Вот это мое кредо. 100 пудов. Пробираться здесь через кусты, спрыгивать. Тут можно уколоться, много шиповника растет. Я вчера очень сильно порезалась об него. Ой, видите, даже цепляюсь. Пробираюсь. Достаточно болезненно. О! Все, мы, в общем-то, вышли. Все, ура! Ну что, ты разделишь? Короче, теперь наконец-то рубашка встала на свое место, хоть и другая. Ты точно встала на свое место, ничего не спадает. Говорит, выгляжу я как будто голая, всего лишь шорты короткие. Нашли тут деревья, походу, дело миндальные. Да, но их уже сожрали. Ну их уже сожрали. Вот куча скорлупки. Плоды все сухие, скорлупки я сняла. Вот, а это, походу, удел дерево фейхоа. Да? Но это не это точно? Это точно? Но это не точно. Просто похоже на фейхоа. Это, походу, дело прекрасное. Хрен его знает, не похож на рыбу. Вот он, вот этот зеленый. Похоже, прикосик. Хотя нет. Я говорю, какое-то другое что-то. Что-то, может, груша? Нет. В общем, ребята, если кто знает, что за плоды, обязательно скажите. Так растет, ну, так помирает миндаль, так скажем. Сейчас я попробую открыть. Закрывается. Весь сухой. Да, и сухой. Вот интересно, почему сдохло. Не сезон или как, и почему так высох? Может, ну, может это прошлогодний какой-то. Может, у него какая-то погода нужна. Хрен знает. Сейчас я вам покажу, а вы сами решите, что это такое. Как ты думаешь, на что это похоже? На фейхоа. Нет, на грецкий орех похож. Да ладно. Да сто пудов. Грецкий орех, он всегда зеленый, а потом он скидывает кожуру и становится коричневым. Посмотрите сами, это же грецкий орех. А это миндаль, но... Ну может быть, кстати, грецкие похоже. Орехи. Они вот такие зеленые, потом они кожуру скидывают. О, мы увидели, как растут грецкие орехи. Ну да, вот так вот растут. А может их так и растут? Не, они так и растут. Их сушат потом просто, и кожура скидывается. Кожура убирается, и сама отлипает. Сама отлипает. И они становятся теми грецкими орехами, какими мы привыкли. Самый похожий на миндаль кусочек. И грецкий орех. И грецкий орех. В общем, мы сегодня выяснили, что все-таки вот это справа, это грецкий орех, а теперь маломальский
комендант. В общем, папа рад как дитя, потому что мы вернулись в пансионат, в котором мы последний раз были очень много лет назад. Мне было лет 14, наверное, 13, может, 15. Вот. И у него с этим местом связаны самые лучшие воспоминания. Это лучшее море, любимая семья, лучшая еда, уют, красота. И вот у него Крым – это вот это место. Так что папа счастлив. Они сделали все, что можно. Они запаяли вот этот доход на радугу. Раньше можно было в дырку залезть и там пройти. Здесь вот эта лестница, она обрывается нахрен. Везде идет один обрыв. И моречко. То есть мы можем здесь остановиться, поставить палатки, допустим, ночевать, машину, все. Но мы к морю не спустимся. Нам придется, я не знаю, что делать, к морю спустимся. Обрывчик-то подпадает. Я вам, знаете, что скажу? Там дальше, где маяк был, там были входы, но они не очень. То есть можно было спокойно спускаться и там местные тусовали. Вот это радуга, пансионат. Построенный под стилю а-ля социализм, где-то в конце 80-х. Вот, видишь, дом высокий вот этот, по Бебедейшему. Это аэрарий, это уже начинается вот то, что в Лукоморье, вот мы в нем отдыхали. Соответственно, вон там вдалеке, где длинные отбойники, там старые, знаете, еще пансионаты времен социализма, от Министерства обороны, еще от чего-то, там все сохранилось, как при социализме. Вот на таком море я чувствую настоящую жизнь, жизнь природы. Оно живет, у него есть душа, и оно настоящее. К такому морю я готова возвращаться всегда, готова дать ему свою душу, тело, сердце и деньги. Но немного. Мне кажется, остаемся на двое суток в Лукоморье. Папа счастлив. Как а сколько раз ты тут была? 1-2. Сейчас скажу, 1-5. Да, раз это, пять, вы знаете, за столько лет тут, кажется, ничего не поменялось. Вообще, но, по ходу дела, мы сегодня будем жить как эти самые... Короли. Как короли, цивилизованные люди. А для меня-то какая ностальгия, Маш. Да, я представляю. Спустя столько лет оказаться здесь. Ты уж цветешь, как нарцисс. Да, все, остаемся. Поспим, Маш, как люди. Помоемся. Маш, я помыл голову. Мне. Так, мы идем заселяться. Антон белый, как парусник просто. И красный, как помидор. Красный помидор в белом паруснике. Фрегат. Входим? Заходим? Готовы? Да. Давайте, затаили дыхание. Комары здесь есть. Кондиционеры есть. Ну, наверное, троих. Телевизор есть. Самое главное, ребята. Я что вы хотели с видом на море? Я готова закурить ради такого. И вина запить, да? Вот что я тебе рассказывал. Смотри, все посносило. Все надо. Тут надо перелезать где-то вот здесь. Мы на деревенском рынке. Вот. Приехали за фруктами, за овощами, за овощами. А еще приехали покупать бате матрас, потому что он его спускает. Вот, что не понравилось? Я запах чувствую. Нормально. Хороший. 1, 2, 3, 4, 5. Еще один такой. Понимаешь? Есть разные. Даже тот бегемот не сможет. Вы видели, как он здесь работает? Мальчишка бьет. Что, убийца? Да. Думаю, нет. Но это он, конечно, неплох, но он не тот, который я с него просил. А он мне обещал, что это будет такое. Я знаю, что это такое. Я уже понял, как я арбузом как ударять. Пахнет арбузом. Таким, кстати, не херным, не вкусным арбузом. Просто да, пахнет понятно. Легким арбузом. Пахнет обычным арбузом, но не сахаром. Может, у нас удивительное, кажется, сахаром. Ха-ха! Его была задача просто слить этот арбуз. Он надрезал специально, чтобы, ну... Он будет сказал, что мы теперь с этим арбузом делать? Да. Все их обещания, это херня.
все рыночные торгаши арбузами. Все продавцы арбузов считают Антоном, потому что он вступает всегда с ними в спор. А мы с папой такие простаки, нам легко присесть на уши. Мы сегодня снимаем мой лайт расслабляющий воркаут, так что если все получится, вы увидите мой стретчинг. Смотрите, подписывайтесь на канал.